Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу без вложений. ADS Trixir. Это первый блокчейн ПТС, где мы зарабатываем как в долларах. И здесь ICO монетки. Так. Значит, у меня, друзья, очередной вывод. Нажимаю кэшеот. Все замечательно. Бокс платит. Я выводила 30 сентября на Perfect Money. Первый раз я выводила на Payr, проверяла на вывод 5 долларов. Вот. И выводила 11 долларов на Perfect. Так как мне надо денежку на Perfect. Переходим на кошелек. Вот моя сумма. 11.05. И вот транзакция. Так, сделаем, как бы это вам показать. Вот она, 4.09. И вот написано ADS Trixir. Но с учетом комиссии 10.70 мне пришло 30 центов. Так, как бы это мне показать. Я с ним не очень-то и дружу. Смотреть выписку. Так, вот мне 4.09.19 года 10.70. И вот комментарий вот этот adstrixir.com. Как бы денежка пришла мне на Perfect Money. Так, далее что я еще хочу вам сказать. По всем вопросам, друзья, обращайтесь в группу на Facebook. На главной страничке в самом-самом низу есть значок Facebook. Переходите и, пожалуйста, есть вопросы. Там присутствует админ. Он отвечает как бы на все вопросы, если вас интересует что-то. Я не администратор. Я такой же участник, как и не все. Зарабатываю денежки своим трудом. Вот. Ну и что, кто не здесь? Мы здесь просматриваем рекламку, нажимаем Payr ADS. Вот у меня четвертая группа монет, у меня 80 тысяч. Я наращиваю реинвестом, как бы без вложений. Нажимаем Payr ADS, показываю, просто нажимаем. Далее, это вот у меня такая сумма в четвертой группе. И просматриваем таким вот образом рекламку. Ждем несколько секунд. Это для тех, кто не знает. И, как я сказала, без вложений сначала нужно набрать определенную сумму. Сейчас я вам покажу. И вы сначала без вложений. Так, это уже сложение. Ну, у кого уже определенная сумма. Там мне денежные ссылочки идут. И нажимаете бонус AD Point'ы. И без вложений собирайте сначала вот эти вот монетки. Так, сначала вот эти монеты, и вот здесь 20 тир монет этих. Опять же, нажимаем. Вы определенное количество. Сейчас я вам покажу, сколько нужно набрать вот этих тир монет, чтобы появились денежные ссылочки. Все, капчи никакой нет. Нажимаем закрыть. И баб-монетка зачислилась. Переходим в Home. Вот здесь все четко и ясно на домашней страничке. Показана и табличка, и все на свете. Так. Это BioAD пакет. Так, это у нас что? Payr ADS. Вот это группа. Мои группы. Смотрите, вам надо набрать 1600 вот этих баб монет, чтобы у вас появились, вы перешли в первую группу, и у вас появились денежные ссылочки. Вот, 1600. Так. Далее что? И вы будете в первой группе получать в день 12 центов. Минимальный вывод отсюда 5 долларов. У меня четвертая группа, я получаю $1.32. И вот я реинвестом как бы наращу вот эти баб-монеты. Уже скоро я перейду в пятую группу. И буду получать я уже 2.70. Но я сюда закидывала, я не помню, сколько я закидывала. У меня есть видео на YouTube. А в пятую группу, чтобы перейти, мне надо 99, ну, 100 тысяч монет.
И вот надо вот придерживаться, как бы вот эту, чтобы она не опускалась. И вот здесь реинвест, я как делать био-АДС, нажимаем. Сюда вставляете свою партнерскую ссылочку, и за $1 вам начисляется плюс 3180 вот этих баб монет. Я закидывала, чтобы сразу мне были денежные ссылочки. Если вы решите закинуть сюда $1 и не ждать, как бы, чтобы у вас сразу были денежные ссылочки появляются. Вот, например, если сегодня закинуть, да, сюда реферальная ссылочка, $1, как бы, и нажимаете на зеленую вкладочку. Денежные ссылочки появятся только завтра. Они не сразу появляются, что вот мы закинули все, и на следующий день только появляются, так. Вот здесь, смотрите, баланс вот 0,48 цента у меня. Это баланс валет, как бы. А вот это реинвест. И идет определенная сумма на вывод и определенная сумма, как бы, процент на реинвест. И я ежедневно, как бы, покупаю. Вот у меня уже $1. Я могу, ну, вот, как просмотрю всю рекламку, закину еще, как бы, прорекламлю еще один проект. Так, с этим понятно. Вот здесь треугольничек можно выбирать. Вот видите, у меня реинвест. Я сюда вставлю ссылочку, $1, и за реинвест нажму, у меня как бы прорекламится проект. Ну, закину рекламку. Так, друзья, с этим понятно. Теперь хочу сказать по поводу вот этих токенов. Что касается токенов. У них по ходу идет ICO. Они раздают вот эти монетки. Меня многие спрашивают, выводила я там эти монеты. Нет, друзья, я монеты никуда не выводила. Я проверила на вывод. Вывод идет от 3 дней, как бы, вот этих монеток. Они дольше выводятся, чем у наш, как бы, доллары, да? Если честно, по сути, меня они мало волнуют. Во-первых, вот это ICO, они должны еще подать заявку, чтобы эта монетка была на бирже, да, на биржу. Когда эта монетка появится на бирже, я не знаю. И цена, наверняка, когда она появится на бирже, она будет намного меньше. Кто разбирается вот во всяких ICO, аэродропах, я думаю, если я не ошибаюсь, они меня поддержат. А когда сначала они должны подать заявку, потом эту заявку биржа должна одобрить, типа того, понимаете? И только потом эта монетка появится на бирже. А когда это будет? Через день, через неделю, через месяц, а может и через год. Это долгосрок. Понимаем? Значит, я нашла вот такую штуку по этой монете. Значит, вот Trixir ICO. Естественно, я сюда зарегистрировалась. Регистрация здесь очень простая. Русского языка здесь, как мы видим, нет. Ссылочку я оставлю под видео. Значит, и что здесь? Переводим на русский. Я просто зарегистрировалась и все. Думаю, мало ли пригодится все-таки монеты, да? Что такое токен ICO? Это, как бы, все можно прочесть. Так, решение, продажа токенов. Есть белая бумага, дорожная карта, ADS Trixir. Так, больше команда, вопросы, ответы. Это все можно прочесть. Кто захочет, регистрируйтесь. Я зарегистрировалась. И все, сюда не заходила. Сегодня вот первый раз я зашла в кабинет, и у меня было все по нулям. Мне начислили 1000 монет вот этих Trixir. Откуда они появились, понятия не имею. Ну да ладно. Тут тоже это дашборд. Био ICO покупать нам не надо. Так. Этот переправлять, наверное, куда-то. Здесь реферальная программа. Аккаунт, профиль. Так, и вопросы-ответы. Это все прочтете. Вот. Ссылочка будет под видео. Я... Опять же, по всем вопросам по этой монетке
обращайтесь как бы или в службу поддержки, или в группу на Facebook. Я сказала, меня интересуют только деньги. А когда эти монеты выйдут, они на биржу, это еще как бы... Ну, я думаю, раз у них есть белая бумага, они должны выйти рано или поздно на биржу. Вот на данный момент у меня доллар. Вот это меня интересует больше всего. На этом все. Работаем, друзья. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.